через Маричаля, через Фернандеса, прямо на ногу Нгамалё. Нгамалё может обыграть Мартинса и обыгрывает его легко. Удар и гол! Браво, Муми! Браво, Нгамалё! Удары 25 минут есть у «Динамо», чтобы еще три мяча забить. И 25 минут есть у «Спартака», чтобы эти три мяча не пропустить. Показывают Мартинса, но вот еще минимум два надо. Показывает Марсело Личко. Ну, Нгамалё с места практически очень легко. Ну, вот на две ноги все встал. Вот две ноги встал и чуть в полоборота.